Если до этого якутяне устанавливали рекорд по массовому синхронному исполнению музыки на варгане, самый большой ансамбль хомусистов в мире, в 2012 году был зафиксирован самый большой осохой в мире, а в 2014-м побили рекорд по самому массовому кумусопитию, то в этом году на эсэхе Туймады в местности Усхатын организаторы ставят новую задачу для установления еще одного рекорда Гиннесса – наследие Туймады. Во время эсэха на центральном Тусилге кумусопытия пройдет установление рекорда по самому большому количеству людей в национальной одежде. Сбор участников начнется 24 июня с 14 часов. Будет работать 7 специально оборудованных входов. Задействовано 300 волонтеров. Отличием станет участие не только взрослых, но и детей. Все участники получат сертификаты. Требования Гиннесса, и они требуют, чтобы у женщин был халадай, платье халадай, и обязательно должен быть жилет, и украшение, нагрудное украшение, и калинка вверх традиционная, но не обязательно серебряное, оно должно быть и из бус, и из этих берестяных украшений могут подойти, да, а на голове может быть шляпа, платок, у кого что есть, да, и постельное тоже вот головное, а у мужчин сорочка и обязательно кушак.